Разъяснить смысл статьи главы государства молодому поколению – почетная задача для сотрудников Государственного музея Абая Жидебай Бюрелі. В статье охватывается история, начиная со времен саков и древних тюрков. Акцент сделан на том, что все тюркские народы раньше занимали территорию Восточного Казахстана. Наша страна, одна из немногих, начала издревле развивать не только искусство и культуру, но и производить железо и изготавливать ювелирные изделия. Великая степь оставила большое наследие, поэтому для подрастающего поколения мысли, выраженные в статье, имеют большое значение, говорит директор музея Абая. В казахской степи всегда были известные личности. В своей статье глава государства отметил Аль-Фараби Яссауи, Культигина, Бибарыса, Кенесары, Яблайхана. Отметив их всех, он сделал акцент, что главная казахская личность – это Абай Кунамбаев.